Машины, которые пришли в Муромавтосервис и сейчас красуются на всеобщем обозрении, уже имеют своих владельцев. Практичная и стильная «Лада Калина Кросс» – универсал повышенной проходимости с мощным двигателем, увеличенным клиренсом и передним или полным приводом, была давно тем самым ожидаемым автомобилем в силу целого ряда объективных причин. Это автомобиль за достаточно большую цену в восьмиклапанном исполнении 451 тысяча рублей обладает опциями, которые любому автомобилю, я считаю, необходимы. Такие как аудиосистема, климатическая система с кондиционером, достаточно высокий клиренс, самый высокий клиренс в легковом исполнении автомобиля, то есть не внедорожник. Плюс по цветовой гамме большой выбор, большая сервисная сеть, низкая стоимость обслуживания этого автомобиля. На презентации были представлены автомобили в двух цветовых вариантах. Белое, серебро. Далее по заказу будут поступать другие автомобили. Я думаю, что с сегодняшнего дня мы первую выдачу сделаем. И дальше уже будем работать либо по заказам, либо по поступлению автомобилей. Приобрести новую «Ладу Калину Кросс» можно и в кредит. Представители ВТБ-24 и Русфинансбанка во время проведения презентации ответили на все вопросы клиентов Муромавтосервиса. Ставки у них снижены опять на уровень до декабря 2014 года. Напоминаю, что опять по-прежнему действует программа утилизации, то есть обновление парка транспортного средства. Она возобновлена с 15 января 2015 года. Все, кто планирует в ней поучаствовать, прошу оставлять заявки. Программа, скорее всего, будет действовать только в первом квартале 2015 года. В завершении презентации автомобиля «Лада Калина Кросс» желающие смогли произвести тест-драйв. Пришел на презентацию этого автомобиля, так как автомобиль понравился. Есть к чему стремиться. Много хороших опций, удобных. В качестве подарка своим клиентам «Муромавтосервис» устроил розыгрыш сертификатов на бесплатное прохождение технического обслуживания и автомойку.